нашли такое место, где цветущие сады абрикосовые. Вот мы сюда приехали под теплодар. Но дело в том, что здесь уже все отцвело. Что-то мы пофотографировали, не знаю, что у нас получится. Очень красивые все здесь есть. Я думаю, что неделю назад здесь было все более такое распущенное, было красивее. Покажу вам сейчас несколько фотографий, которые у меня получились. Конечно, ну, я планировала, что это будет выглядеть немножко по-другому, но уже как есть. Цветочек и вокруг цветочки. Сейчас едем в маяк и посмотрим, что там у реки делается. Да, красная. У нас будет сегодня маленький пикник. Ай, цветочек, да. Какой-то. Бум. Як-то можна так хотіти, щоб усі вищикати знали, коли свічка буде горіти. Смотрите на этого жучка. Это паучок, которого не пристегнули, забыли пристегнуть в автокресле. Да, это кошмар какой-то. Алис, садись, Тая, посади ее. Паучок. Посади ее нормально, она не может. Посади ее просто нормально, сейчас пристегнем, да? Квартире мы по всей, да, Доце? По всей квартире летаем. Выходит в коридор, разгоняется и по стенам в холодильник, скажи, да? Ку-ку. Ку-ку. Нам 9 месяцев, да? Я думаю, что до года Алиса уже пойдет ножками. Она ранняя вообще во всем. Что там? А? Что там? Бум. Бу-бум. Ты хохотушка, да? Ай, ты хохотушка такая. Ку-ку. Ку-ку. Сейчас пойдем на улицу. Уже теплые такие денечки у нас. Доця. Да, пойдем в парк гулять.
Или на Дерибасовскую. Куда мы пойдем? Куда? Не-не-не. Не надо. Не надо цветочки мамины тянуть. Такая Шкода, свет выключает, он на ее уровне. За диван все вещи сбрасывает, да? Кто бросает все за диван? Нельзя, нельзя. Синий трактор. Любимый мультик Алисы про синий трактор. Да, Доча? Да. Отгадай, кто же песенку поет? Мама пыталась сфотографировать Алису, пока она мультик смотрит, да? А Алиса тут танцует. Песенку поет. Да? Нравится тебе, Доча? Нравится? Да. Любимый мультик, да, любимый. По полям едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же песенку поет? Вечно выходные, очень холодный ветер, да, Кукуся? И мы здесь на Бугазе, скажи, вон лебеди плавают, но они очень далеко, у меня камера так не приближает. Вон, смотри, какой лебедь. Тая. Алиса любит у нас копать, да? У нас Пасхи очень много всего этого для моря. Вышли на сторону лимана, потому что возле моря с той стороны очень сильный ветер. Вообще нас бы там сдуло. Мы решили сюда в более безветренное место перейти. Маленький такой полупляж. Да. Смотрите, какая красота. Ку-ку. Где наши лебеди, Доча? Где лебеди? Папа, она тебя показывает. А, папа. А лебеди где? Где наши лебеди? А мы папу показываем. Птички. Это птички, Доча. Смотри, Алиса. Птички подошли. Тая! Смотри, как близко они пришли. Иди сюда. Она понимает. Да, она же показывала. Я спрашивала, где птички, она показывала их. Доча, где птички? Там птички, правильно. Болотное чудовище. Народ на лебедей насмотрелся, и все ушли. Да, мы остались одни. У меня очень много с собой ракушек, которые я в прошлый раз собрала. Их можно будет украшать. Да. Я собираю определенные виды. А ты Алисе туда положи чашечки ракушки, да? Ай, солнышко тебе светит, да? Мама насыпает тебе. А Алиса будет так насыпать? Смотри. А Доча будет так копать? Смотри. А можно использовать стакан, как ведёрко? Нет, еще потом. Смотри. Насыпали. Нравится тебе? Мы еще так не делали. Смотри, а потом так. Бум. Пасочка. Мама. Давай еще. Какой-то разрушенный древнегреческий замок. Давай еще насыпь. Фортеция. Хоп. Видишь, мама копает. Так.
давай вместе, давай. У меня еще одна лапа. Ну, насыпай. Я тоже насыпаю. Насыпай сама. Тая торчит, ты отлично стоишь. Ты отлично стоишь. Неправда. Тая жопу убрала. А Тая нет, Тая отвратительно. Тая жопу убрала. Тая легла на песок. А, Тая проиграла. Проиграла. Тая проиграла. Давай песочек сыпать, давай. Когда лежишь, песок горячий-горячий, и здесь мы в такой ложбинке, и ветра не ощущается этого ледяного. Да? Ой, ну, у нее лицо загорело, ты видела? Алиса! Алиса! Одевай, потому что ножка замерз. Давай. Кто снял ботинок? Кто? Алиса? Алиса? Ты высыпаешь? Ты песочек насыпаешь? О, научилась! Молодец! Вот какие у нас плюсы в карантине. Мы сидим дома, расстелили ковер, мы его сдали в мойку, постирали на автомойке, он теперь чистый. И Алисе тут раздолье ползать, да? Ползать раздолье? Дверь в коридор закрываю, чтобы она не выходила на грязный пол. Но она все равно туда лезет, да? Доча, ну сюда не надо, иди на коврик. Игрушек у нас просто куча. Ни у одного из моих детей не было такого количества игрушек. Куда ты лезешь на пол, а? Куда? Куда? Зачем? Мы уже в 9 месяцев, скажи, ходим вдоль дивана, отпускаем ручки и пытаемся сами сделать несколько шагов, да, Алис? Ты уже сама пытаешься? Покажи. Бум. Бум. Надоели все игрушки, скажи, надоели, их так много.